Международная конференция по кибербезопасности CyberCrimeCon 2017 состоялась в Москве. Согласно официальному сайту Group IB, состоялось мероприятие 10 октября. Его посетили представители Интерпола, нацполиции Нидерландов и руководители международных компаний. В ходе конференции было затронуто несколько тем, среди которых тенденции развития киберугроз на языке бизнеса, защита криптоиндустрии и другие. Раскрыли эти темы 8 спикеров. Курирующий расследование киберпреступлений представитель Интерпола Нобору Накатани и советник отдела по борьбе с киберпреступностью нацполиции Нидерландов Сандер Ван дер Маден.